бы я хотела начать, это то, что сейчас очень, ну, как бы актуальный момент. Мы оказались все в ситуации, когда мы сидим дома. Вот, я не знаю, точнее, я знаю, что многие от этого пострадали и как бы в финансовом положении. Вот, может быть, для кого-то это будет, как мы с Аней вчера, когда проводили прямой эфир, мы говорили о том, что, может быть, для кого-то это будет остановка, стоп, чтобы подумать о том, что мы делали, чему нас это ведет, что у нас есть на сегодняшний день, и даст возможность нам задуматься о том, что будет завтра. Вот, и учитывая то, что сейчас есть определенная потребность у людей, во-первых, в здоровье, то, в принципе, с чем мы с вами и как бы работаем, а может быть, кто-то еще не работает, но присматривается к этому предложению, да, то хорошая возможность сегодня познакомиться с этим ближе и немножко как бы по полкам разложить некоторые вещи. Я сегодня сделала в группе у Нелли для ее девчонок, сделала такой анонс о том, о чем мы будем и сегодня говорить. И чтобы у всех сложилась хоть какая-то картинка о представлении компании DualLife и что она вообще дает, какие возможности, и что нам с этим можно сейчас сделать, и как этим можно хорошо воспользоваться, мы решили вот по полочкам разложить. И сегодня мы затронем тему, ну так, очень бегло по поводу того, с какой компанией мы сотрудничаем, просто это так, для общего развития каждому будет полезно, потому что те новые люди, которые к нам присоединяются, в основном это люди, ну, практически с нулевой информацией. Они знают только, может быть, где-то видели красивые бутылочки, может быть, знают, от кого-то из вас узнали о том, что это здоровье и что-то здесь можно делать. Некоторые вообще никакой особой информации не владеют. Вот, поэтому сегодня информационная встреча. Я сразу могу сказать о том, что если у вас возникают в процессе нашего общения какие-то вопросы, у нас есть чат, в который можно их писать. Если вы как бы еще там, ну, зумом надо познакомиться, понимаю, что есть люди, которые впервые сегодня его установили, вот, и здесь у нас есть чат для общения, ну, и в крайнем случае можно включить микрофон и что-то сказать от себя. Мы постараемся давать какие-то паузы как раз на вопросы-ответы, да? Да. Классно будет, если у вас будут вопросы, потому что Zoom-созвон нам позволяет общаться, и это хорошо, потому что, может быть, мы где-то чего-то не сказали, у кого-то возник вопрос, мы этот вопрос обсудили, и как бы всем полезно и хорошо, и человек услышал ответ, как бы тот, который его интересовал, на вопрос, который его интересовал. Вот, мы сегодня немножко поговорим в целом о компании, мы сегодня поговорим о видах старта в компании, то есть, в принципе, как сделать так, чтобы стать членом клуба. Третий момент, мы поговорим о том, когда мы уже стали членом клуба, что дальше делать, потому что зарегистрироваться, ну, как говорится, дурное дело не хитрое, то есть продукт люди получили, а что делать дальше, не совсем, как бы, мы все понимаем. Кто-то уже даже, бывает такое, что кто-то уже давно находится в бизнесе, но до сих пор не понимает, с чего, какие первые шаги сделать и с чего начать. Вот, ну вот это как бы наш основной посыл. Плюс, какие выгоды мы получаем за то, что мы просто клиенты, то есть члены клуба DualLife, какие выгоды мы получаем, если мы все-таки рассматриваем возможность зарабатывать с компанией вместе. То есть вот эти вот ключевые там 4-5 пунктов мы хотим сегодня раскрыть. Я думаю, что как бы для начала все понятно. И поехали. Постараемся уложиться в час. Да. И от вас желательно активность, чтобы мы видели обратную вашу связь. Если мы просим вас там поставить в чате какую-то там цифру, плюсик, единичку, десяточку, я не думаю, что это для вас будет очень сложно на клавиатуре поставить десяточку, но мы зато увидим вашу обратную связь. Это очень важно, потому что когда ты вживую с человеком общаешься, все-таки ты видишь его эмоции, а так вот мы общаемся с ноутбуком, и сложновато это делать. Слайды, которые я хочу вам сейчас покажу, они все есть на нашем сайте в бэк-офисе, каждый может скачать. То есть и мы ничего не придумываем, никаких здесь нет наших там суперспособностей, то есть все это доступно абсолютно любому члену клуба, мы ничего здесь не меняли, все стандартно. Я некоторые слайды быстро, очень быстро пробегу, потому что они, ну, на сегодняшний день, вот у нас чуть-чуть как бы
ну, не эта тема, да, поэтому некоторые вещи я пробегу, как и в любой презентации, вначале нужна какая-то определенная проблематика, также и в этой презентации проблематика – это здоровье. Я думаю, что все, которые здесь собрались, прекрасно понимают, что сейчас очень много есть факторов, которые негативно влияют на наше здоровье, но есть и хорошая новость, что мы состоим с определенного вида клеток, да, то есть это как кирпичики дома, и что ты туда положишь, в эти кирпичики, то и будет, собственно, состоять ваш дом. Да, и есть очень много исследований, которые говорят о том, что сейчас очень, ну, наши продукты питания уже не те, которые были раньше, и очень много исследований, которые показывают, что болезни цивилизации, они сейчас доминируют, большинство людей умирает от болезней цивилизации, так называемых, да, это сердечно-сосудистые, это сахарный диабет, это рак, и, к сожалению, это так. И есть очень четкая корреляция, зависимость, я сейчас быстро тараторю, потому что это как бы не совсем тема, которую мы сегодня обсуждаем. Но я пробегусь, чтобы вы понимали, о чем здесь слайды, потому что вы их, скорее всего, тоже будете скачивать и видеть. Есть четкая зависимость, чем меньше полезных веществ в наших продуктах, тем больше смертность как раз от тех болезней, о которых я сказал. Поэтому DoLife предлагает, собственно, бизнес-клуб здоровья предлагает вот такие вот стратегии PTS, то есть работать осознанно с питанием, с физической нагрузкой, с управлением стрессом, эффективное очищение и соответствующие пищевые добавки. Так как мы работаем с DoLife, да, у нас понятно, что пищевые добавки DoLife. Есть очень много различной информации о DoLife. Я хочу вам сказать, что мы не будем сегодня рассказывать нашу историю, но поверьте, мы перед тем, как прийти в DoLife, нам было что терять, потому что мы работали с надежной немецкой компанией, но DoLife нас покорил как бы множеством факторов. Да? Один из них – это, конечно же, надежность компании, да? Потому что мы понимали, что компания молодая, ей буквально там 6 лет, да, и хотелось, чтобы она развивалась еще как минимум в 10 раз больше. Поэтому очень много факторов, которые как раз вот за это отвечают. Это офис компании, сейчас компания уже переехала в другой офис. Большие инвестиции в производство, свое производство, это очень важно. Да? Есть производство, сейчас они купили новую линию по производству бьюти-серии. Да, производство по стандартам GMP и ISO, то есть все на очень высоком уровне, и это для нас было очень важно. Мы познакомились с каждым из 4 соучредителей, с некоторыми из людей из научного совета, в частности с Петром Кардашем, который является, ну, скажем так, главным идейным вдохновителем этих всех продуктов, ну, большинства продуктов. Да, есть очень много сертификатов, отличий, наград в наших продуктах, да, они все в стеклянных бутылках, если речь идет о жидкой формуле, они все без консервантов, они все полностью из натуральных ингредиентов, да, ну, практически полностью. Поэтому это все очень важно, это дает нам как раз уверенность в нашем правильном выборе, да, но поверьте, каждому из вас придется в этом разобраться, или вы сейчас в процессе разбираетесь. Вот линейка продукции. Сегодня я не буду полностью, скажем так, эту всю линейку продукции вам рассказывать, и я вот так быстро пролистаю, пока с вами общаюсь. Я уверен, что многие из вас эти продукты знают, кто-то уже даже пользуется. Есть капсульные продукты, они такие узконаправленные, они конкретно под какую-то задачу, да. Есть жидкие формулы, которые я уже пролистал, они для всех. Вот сейчас компания запустила бьюти-серию, это серия для, ну, нашей красоты. Есть пакеты подобранные. На самом деле сделана огромная работа, да, и эти все продукты, они, ну, скажем так, соответствуют трендам, да, потому что сейчас, если взять, допустим, рынок прямых продаж, сетевые компании, номер один по обороту – это продукты для здоровья, номер два по обороту – продукты для красоты. Все продукты, там, бытовая химия, там, какие-то сервисы, какие-то путешествия и так далее – это все намного-намного меньше делает товарооборот. Вот. Есть очень много представителей, людей, ну, скажем так, лидеров мнений. Здесь есть даже наш Вячеслав Узелков, да, вы можете его увидеть. То есть он является амбассадором DoLife, да. Недавно у нас одна девушка тоже стала амбассадором DoLife из блогеров. То есть есть различные спортсмены. Лидеры мнений в разных отраслях, они являются амбассадорами DoLife. Это дает нам определенный тоже, ну, скажем так, профит в том, что такие люди известные, которые как раз... Вот, в частности, Узелков, да, он всегда его ассоциирует со здоровьем, с тем человеком, который как раз внес немаленький вклад в здоровье украинцев, и именно поэтому он и является одним из наших амбассадоров. Вот, очень много ассоциаций пользуются этой продукцией, очень много партнеров в виде Мерседеса-Бенца, Ягуара и BMW сотрудничают с DoLife. То есть это все очень
серьезная компания, да, и вот такие вот витрины в салонах Jaguar и Mercedes как раз подтверждают это. И знаете, я вам честно скажу, я по своей специфике, ну, такой человек скептический и недоверчивый, я это все проверял. И это очень, ну, скажем так, важно было для меня, да, но есть те люди, которые доверяют, и они как бы не проверяют. Но мы вам советуем, проверьте, это намного будет эффективнее. Очень много информации в прессе уже есть, даже в нашей прессе некоторая информация есть. Журнал свой DoLife выпускает, да, на русском языке есть один выпуск, вот такой вот белый, можно тоже его посмотреть, купить. Сейчас он за 1 злотый продается, там буквально, да, там за 7 гривен можно купить такой журнал. Вот, собственно, финансовые возможности. Откуда берутся деньги в DoLife? Я думаю, что многие из вас понимают, что здесь вам не будут платить с каких-то, ну, с воздуха, да, то есть деньги берутся с продажи продуктов. Поэтому, поэтому те люди, которые говорят, что мы ничего не продаем, ну, в какой-то степени они лукавят, потому что мы всегда продаем что-то. Да, как бы кто ни относился к продажам, нужно понимать, что всегда мы что-то продаем. И сейчас я думаю, что большинство людей, ну, уже адекватно относятся к слову продажа, потому что когда мы идем даже устраиваться на работу, мы продаем себя. Мы идем на собеседование, продаем себя. Мы идем на свидание с потенциальной женой, да, или с кем-то. Мы все равно себя продаем. Поэтому любой бизнес – это продажа. И если мне кто-то в интернете предлагает какой-то супер-классный бизнес без продаж, я сразу понимаю, что или это обман, или это какой-то, ну, извините за выражение, лохотрон, да, потому что без продаж не бывает бизнеса. Собственно, деньги идут с оборота. Опять же, как его можно организовать? Вы можете продавать, вы можете потреблять продукты, да, но организовывается определенный оборот. И в каждую продукт заложена какая-то, ну, скажем так, какой-то процент выплаты. Если взять традиционное продвижение, да, когда вы есть производитель, есть дистрибьютор, есть деньги, расход на рекламу, расходы на различные там, ну, другие нужды, то DoLife вот эти деньги он аккумулировал и выплачивает своим членам клуба, да, за то, что мы делаем, в принципе, рекламу. Поэтому вот эти деньги мы сейчас не будем вдаваться во все цифры. Я хочу, чтобы вы поняли, что если есть движение товара, то есть продажа товара, потребление товара, есть откуда платить. И, собственно, с одного и того же, движения товара компания не может платить дважды. Да? Если вы поймете, что вот если продалась одна бутылка, вам за это заплатили какой-то процент, все, чтобы получить еще раз, вам нужно, чтобы еще одна бутылка продалась. Я думаю, это логично. Иногда просто люди сделали товарооборот 500 баллов, и через месяц, когда этот товарооборот уже обнулился, они говорят: ой, а как же так, у меня же было 500 баллов. Но за эти 500 ты уже получил свой процент. Поэтому хочешь снова, снова. Поэтому речь идет о том, чтобы создать товарооборот и создать его постоянно движущимся. Да? Именно поэтому это товары, которые очень здорово для этого подходят, в отличие от там, каких-то фильтров или каких-то порошков стиральных, которые там раз в полгода или в год покупают люди, или парфюмерию, да, которую некоторые раз в 2 года покупают. Ну, я сейчас, может, крайности говорю, но суть в том, что здесь товары, которые потребляются каждый месяц, да, и эти все продукты, они ежемесячно заканчиваются, и это здорово, особенно сейчас в кризис, когда люди понимают, что нужно поддерживать свой иммунитет. Вот, собственно, здесь вы на слайде видите, да, куда, каким образом вы можете делать товарооборот. Да, то есть вы, когда вы член клуба, вы можете рекомендовать эти продукты также членам клуба, другим людям, да, то есть вы можете их рекрутировать, так называя, да, вы, то есть они станут также членами клуба, но уже в вашей команде. Также вы можете продавать эти продукты в фитнес-клубах, в спа, в аптеках, в магазинах. Буквально с недавнего времени в Украине, ну, буквально месяц, как мы уже работаем с гривной, и у нас уже есть первые люди, которые зарегистрировались как юридические лица. И это очень круто, да, потому что можно эти продукты продавать на разных и маркетплейсах, таких там, как Розетка, Мейкап, там что-то еще, и в магазинах, и в эколавках. Это здорово работает, поэтому мы все предприниматели, давайте включать свои предпринимательские мозги и продвигать этот товар, потому что процент в любом случае мы получим свой. Собственно, как можно сотрудничать с DoLife? Ну, скажем так, 3 статуса. Первый статус – это если вы хотите просто покупать эти товары по розничной цене, да, и
Это люди, которые просто там, может быть, постоянно, может быть, один раз хотели попробовать. Очень часто они понимают, что сейчас все считают деньги, они понимают, что было бы здорово сэкономить, и они чаще всего регистрируются в клуб. Слово «регистрируется» многих пугает, поэтому, когда вы общаетесь с кем-то из своих знакомых, просто вы можете сказать: «Я могу тебя добавить в клуб», да, или «Я могу внести твои данные, и ты станешь членом клуба». Оформить дисконт. Да, оформить дисконт. То есть не называйте словом «регистрация», потому что оно как-то уже настолько людям, ну, приелось, и люди боятся оставлять свои данные, да, там, они думают, сейчас паспортные данные, кто-то возьмет кредит. То есть люди боятся. Поэтому слово «регистрация» мы стараемся, ну, как-то избегать. Вот. Чтобы стать приоритетным клиентом, получить 15-20% скидку, вам достаточно сделать покупку хотя бы на один продукт. На любое количество баллов, да. У каждого продукта есть свои... такая внутренняя валюта – баллы. Сейчас я вам покажу. И чтобы получить максимальную выгоду и получить все бонусы, нужно стать членом клуба. Для этого нужно купить продукты на 150 баллов. Да? Вот такая табличка, в которой вы можете увидеть. Сейчас я вам... Вот смотрите, вы можете увидеть здесь слева «Прайс курант продуктов», да, написано. И здесь наши продукты. Потом у нас идут пункты, да, вот это те баллы, про которые я говорил, да, это пункты, то есть вы зарабатываете эти пункты, если вы покупаете какой-то продукт в компании. То есть это как так называемая внутренняя валюта для компании, потому что компания работает с разными абсолютно странами, соответственно, в разных странах разная валюта. И для того, чтобы подсчитывать оборот, они сделали вот эту внутреннюю валюту в баллах. Соответственно, они считают оборот, прошедший в твоей там структуре, в твоей команде, и выплачивают нам наш доход уже в нашей валюте, в частности, в гривне. Вот. Да, ваша структура может быть не только в Украине, вы можете со временем, она в любом случае разрастется, у вас будут в разных странах люди, и чтобы это привести, скажем так, к единому знаменателю и выплату, сделать вам нужно будет считать как раз в баллах. Вот, собственно, есть розничная цена, да, вот здесь вы можете увидеть на день и ночь, это такой самый верхний продукт, он самый такой считается топовый, то, с чего компания стартовала, он всегда продается в двух бутылках, хорошо видно, да, есть розничная цена, 2520 гривен, есть цена привилегированного клиента и цена первого заказа, она на 15% меньше, да, если внимательно читать, вы все поймете, да, то есть вы можете стать привилегированным клиентом, купив хотя бы один продукт, да, у вас будет такая цена постоянно. Вы ничего никому не должны, вам не нужно постоянно что-то там делать. Вы просто можете раз в году заказывать себе там один коллаген, да, и у вас будет всегда такая скидка. И если вы хотите получить максимальную выгоду, да, вот здесь зеленая колонка, вы можете стать членом клуба и получить скидку 30-40%, там, смотря на какие товары, и, собственно, это будет ваша цена. Мы большинство сейчас будем расчетов вести как раз для членов клуба, да, и разницу... Я хочу чуть-чуть добавить. То есть, смотрите, сейчас говорю информацию для тех, кто уже является членом клуба Dual Life, или вот недавно стал, или еще не стал, или, ну, как бы, для тех, кто уже в клубе. Любой человек, который хочет покупать по максимальной скидке, то бишь по клубной цене продукты, он проходит момент вот этого анкетирования, так назову, или оформления дисконта, и покупает один раз, делает покупку по вот этой привилегированной цене или цена первого заказа, по вот этому среднему столбцу. То есть, если у вас есть человек, который хочет стать таким же членом клуба, как и вы ему даете свою личную реферальную ссылку, которая есть у каждого, кто уже зарегистрирован. Ваша реферальная ссылка называется вашим там именем, фамилией, или кто-то может там что-то выдумывает, там Вика My Dual Life, моя ссылка называется. Я ее бросаю человеку или сама его регистрирую по этой ссылке. Человек выбирает, подойди, пожалуйста, на секунду. Человек выбирает себе продукты, какие он хочет, по вот этой вот средней цене мы это все считаем один раз. И со следующего раза все последующие его заказы будут по клубной цене. Это раз. Эта скидка за вами крепится пожизненно. Вот. И, в принципе, без каких-либо обязательств, если вы зарегистрированы как просто пользователь, как клиент, который хочет покупать по максимальной скидке.
Если тут все понятно, я попрошу вас в чате поставить плюсик или там, нет, давайте единичку, если вам не сложно, поставьте, чтобы я видела, если понятно. Если непонятно, поставьте двоечку, чтобы мы увидели как бы обратную связь. То есть понятно ли то, что я сказала, что каждый человек, который регистрируется, покупает один раз продукты по привилегированной цене, и все его последующие заказы уже идут по клубной. Спасибо, единички вижу. Супер. Поехали дальше. Поехали дальше. Будем так, порционно. Мы не будем сейчас говорить о первых заказах, да, то есть вы можете выбрать на выбор, какие продукты вы хотите себе заказать. Понятно, что есть какие-то топовые продукты, которые актуальны сейчас, это вы можете индивидуально обсуждать уже с человеком, кто вас пригласил. Итак, мы будем показывать вам путь клуб-мембера, да, клуб-мембера, члена клуба. То есть вы, допустим, стартовали на 500 баллов. Почему выгодно стартовать на 500 баллов, сейчас я вам покажу, и вы сами поймете, почему это классно. Итак, но, ну, во-первых... Но в Украине, ты об этом потом скажешь, там слайды. Да-да, там будет, да, про активность. Во-первых, когда вы стартуете на 500 баллов в Украине, да, сейчас говорю про Украину, вы получаете бесплатную доставку. Ну, так как наши продукты в стеклянных бутылках, они идут в специальных коробках, которые изолированы, то есть доставка стоит там 100-120 гривен, да, и, ну, сэкономить эту сумму почему бы и нет. Доставка идет со Львова, с центрального склада, и когда вы делаете на 500 пунктов заказ, сейчас, я не знаю, как долго еще продлится эта акция, но сейчас вы получаете два завтрака в подарок. Завтраки Big Crunch, они, ну, очень крутые, у нас как-то много собралось, мы не успеваем их съедать, нужно как-то уже их или дарить, или продавать. Вот такой завтрак стоит, вот если вы посмотрите, да, там 140 гривен наша цена, насколько я помню, да, розничная там около 200 гривен, а вы получаете два в подарок. То есть вы экономите на доставке там гривен 120, да, плюс вы получаете вот такие вот подарки. Я записал короткий видеоролик, буквально трехминутный, и там, где я всю математику подсчитал. Там получается очень, очень доступно, я все рассказал. Если у вас есть люди, которые планируют стартовать, этот видеоролик рекомендую показать. Это очень наглядно показывает. Если вы на следующий месяц, здесь написано РП. РП – это расчетный период. И у нас он, это обычный месяц, только он смещен на 15 дней. То есть не с 1 там по 30, а с 16 по 15. С середины месяца. Да, середины месяца – это очень, на самом деле, правильно сделано от компании. Если вы на следующий месяц сделаете опять 500 пунктов, вы получаете также бесплатную доставку, также два завтрака, то есть две упаковки хлопьев этих, и вы получаете еще такой подарок «Моя кровь», который в розницу стоит 1000 гривен. Да, я думаю, неплохой как бы... Там или 900, ну не помню точно, но в общем около 1000. Он дает 100, да, баллов и около 1000 гривен стоит, да. Если вы делаете третий месяц, также 500 баллов, вы получаете то же самое все. И на четвертый месяц вы получаете день-ночь подарок, розничная цена его 2520 гривен. Если вы его кому-то продаете, вот, собственно, ваша выгода. Если вы сами пьете, супер, вы экономите. Точно так же каждый месяц. Если вы делаете постоянно 500 баллов, это называется бонус лояльности, да, и вы получаете вот такие выгоды, да. То есть каждый четвертый месяц день-ночь, а так получаете каждый месяц бесплатную доставку, бикранчи и моя кровь. Возможно, сейчас, вот со следующего периода, в лидерском чате мы обсуждали, возможно, немножко бонус лояльности еще лучше станет. Ну, по крайней мере, по вот тому картинке, которую мы сейчас показали, насчет бизнесовой, скажем, такой активности, да, потому что 500 пунктов – это у нас бизнес-активность, это люди, которые приходят к нам в команду, которым интересно построение все-таки бизнеса, то у нас у всех есть рекомендация, ничего обязательного нет, но рекомендация делать 500 пунктов ежемесячно и получать вот такие бонусы. Но сейчас, когда Сергей закончит по этому слайду, мы расскажем о том, какие еще есть виды старта, чтобы каждый человек для себя мог определиться, и когда вы с кем-то общаетесь и разговариваете, вы ему дали право выбора, да, и, соответственно, почему мы эту тему сейчас затронули, потому что люди к нам добавляются, как я сказала уже в начале, они не понимают, что они хотят и что они вообще, ну как бы, зачем они сюда пришли, кроме как за продуктом. И когда мы им по полкам даем объяснение, что, слушай, если ты идешь как клиент,
ты можешь регистрироваться, вот сейчас мы расскажем, там, на 150 пунктов и больше, 200, 250, 300 и так далее. Если мы с тобой все-таки говорим о бизнесе, моя рекомендация стартовать на 500 пунктов, чтобы у тебя был ассортимент, бесплатная доставка, подарки от компании, и каждый месяц ты получал вот такие вот бутылочки. Вот. Поехали дальше. Если пересчитать это в розницу, да, то получается, что за год вы можете получить подарки, если вы их реализуете, кому-то продадите, да, на 15,5 тысяч гривен. Да. Я думаю, это в любом случае выгода. Это 15,5 тысяч гривен, это без бесплатной доставки, да, поэтому и без кранчей. То есть только вот бутылок вы получите на такую сумму. Согласитесь, это выгодно, правильно? Поэтому я думаю, что любой предприниматель считает деньги и всегда понимает, что это выгодно. Есть ли у кого-то сомнения в том, что 500 баллов в месяц – это много? Ну, потому что у нас были определенные сначала, ну, такие, ну, можно сказать, сомнения, да, а сможем ли мы делать 500 баллов в месяц? И если есть сомнения, поставьте, пожалуйста, минус в чат. Вот вы сомневаетесь, получится ли у вас делать 500 баллов или не. На самом деле, абсолютно не важно, никто вас сейчас не будет говорить, вот, а ты минус поставил. Нет, просто поставьте вот свое впечатление. Неля может поставить 3 плюса, наверное, а не минусы. Да, Неля? Я в этом более чем уверена. Я вам сейчас просто буквально несколько моментов расскажу. Во-первых, откуда эти товарообороты берутся, да? Ну, во-первых, мы рекомендуем стартовать на 500 баллов только, ну, и буквально по одной причине. Если ты сам попробуешь продукты, да, то есть ты получишь свою личную какую-то эмоцию от этого продукта, ты получишь какой-то свой результат. Во-первых, тебя уже не так быстро будет, не так просто будет вышибить с этого бизнеса, да. И, кстати, на это тоже играет еще количество денег, которые ты потратишь. Если согласись, если ты открыл ресторан и вложил туда 50 штук баксов, ты продал свою квартиру и машину, и тебе кто-то из твоих друзей сказал, слушай, голимый у тебя ресторан, закрывай. Ты его не закроешь, да, потому что ты скажешь, ты слышишь, я, блин, 50 тысяч вложил. Ты будешь до конца идти, правильно, потому что ты на кон поставил все. А если ты вложил 1500 гривен, зашел на 150 баллов, да, то согласись, намного проще выйти с этого бизнеса. Поэтому это тоже играет роль. То есть помимо того, что у тебя большой ассортимент, у тебя есть определенная мотивация, да, потому что 500 баллов это там 5-5,5 тысяч гривен, да, ну как бы это вроде как и не совсем большие деньги, если взять бизнес, да, то есть это ничто, ты ларек даже не откроешь или не арендуешь там комнату даже на эти деньги, но с другой стороны это уже как что-то, ну какие-то деньги существенные. А также если ты стартуешь на 500 баллов, твои люди, которым ты рассказываешь об этом бизнесе, они... Но большинство все-таки начинаем мы со знакомых, да, и знакомые спросят, а как ты стартовал? Если ты стартовал на 150 баллов, то, как правило, все тебя дублицируют, да. Ты делаешь одну и ту же работу, эту математику можно легко просчитать. Если ты стартовал там за полгода 100 человек в твоей команде стартануло, посчитайте, да, какой товарооборот будет, если они стартуют на 500 баллов, и какой товарооборот, если они стартуют на 150 баллов, да. И, соответственно, работа, в принципе, одна и та же. Тебе нужно с человеком созвониться, пообщаться или в скайпе, там, или в зуме, или же лично встретиться, я надеюсь, карантин закончится. То есть работа та же, но, собственно... Минус есть в чате. Минус есть, да, это нормально. Нет, минус поставили в чате, потому что не знают, как делать такой товарооборот. Ты же вот, с этого начал. Теперь я рассказываю, как делать такой товарооборот. Есть классный бонус. Те люди, которые у вас будут... Ну, я думаю, логично, да, что если вы начнете об этом бизнесе кому-то говорить, кто-то заинтересуется продуктом, особенно если вы его попробовали. Если вы не молчите, всегда найдутся люди, особенно сейчас, в такое время эпидемии и пандемии. То есть это первое, это ваши клиенты. Они будут в любом случае находиться, вы им будете продавать по цене розничной. Я категорически вам не рекомендую отдавать по своей цене. Цените себя, цените свой труд. Ну, как минимум, вы сделали работу, вы потратили свои деньги, энергию, может быть, доставку, если вы не делаете на 500 баллов. То есть, в любом случае, не отдавайте по своей цене, потому что люди не будут это ценить, и они потом, им нет смысла становиться членами клуба. Да, смысл, если ты им и так приносишь по своей цене. Поэтому вы продаете по розничной цене, вот эти вот 30-40% маржи, они у вас автоматом в кармане есть. Можно я добавлю? Сейчас я закончу. Давай. Второе, откуда у вас могут быть ваш личный оборот, это ваши привилегированные клиенты,
которые будут регистрироваться, чтобы купить один продукт, да, и их товарооборот идет в вашу личную активность. То есть вы можете подключить там одного, двоих, троих клиентов. Например, давайте разбирать конкретно, потому что есть вопросы, я знаю, что не только у Лены, которая написала, этот вопрос возникает, потому что он был и у нас, как Сережа сказал. Первый момент. Мы можем пользоваться разными ситуациями, но вот на нашем опыте чаще всего, когда мы только вошли в бизнес, самые близкие наши друзья и окружение, которые как бы не заинтересованы бизнесом, они прям не спешат охотно все покупать. И это так и есть. Если вы своей подруге закадычной предложили этот бизнес, это, точнее продукт, знаете как, не пророка в своем отечестве, не всегда они нас слышат. А вот когда ей какой-то там дядя Коля со стороны сказал, что ему там витамин С помог, то он вспомнит о том, что у тебя есть этот продукт и что можно у тебя его купить. Так что вот в первую очередь рассчитывать на то, что сразу же близкое, я не знаю, это не, может быть не у всех так, это классно, если у кого-то по-другому это работает, но чаще всего наши близкие люди, они нас не слышат, они за нами следят. Если воспользоваться, допустим, тем же Инстаграмом или какими-то соцсетями, у меня это первое время мелькало, и только сейчас, вот не знаю, ну последний, наверное, где-то месяцев 5-6, у меня есть какой-то фидбэк, то есть люди начинают писать мне в личку, а что это за продукт, кто-то спрашивает, где посмотреть и купить, как купить, у меня появляются клиенты, которые, допустим, купили один продукт, а через время они пришли уже на, как члены клуба, потому что они хотят покупать по максимальной скидке. Ждать, если я выставила один сторис в Инстаграм с красивыми выставленными бутылками, ждать оттуда, что сейчас к вам придет ажиотаж и будут все сразу ломиться и заказывать, я вас, может быть, кого-то огорчу, но такого прям потока не будет, если вы не блогер, лидер мнения, да, или человек, который имеет какое-то влияние на публику. Если этого у вас нет, то чаще всего... Ну, это может сработать, если вы будете что-то делать регулярно, не навязчиво, не с, там, купи или там, а вот я вот такая классная, вот я сейчас тут скупилась. То есть это работает, вы сами знаете как, да, как вы рекламу делаете, как это слово такое, нативно, то есть без навязывания. Люди просто должны знать, что они у вас это могут купить, и у вас должны быть с ними хорошие отношения. Поэтому если без вы... напряга, да, и без навязывания, потому что это только отталкивает людей, сами вспомните себя, когда вам кто-то начинает что-то навязывать. Это сразу же начинает отталкивать. Есть очень много примеров, когда люди начинают бизнес, они воодушевляются, они начинают там людям что-то рассказывать, в итоге доказывать. Ни в коем случае не нужно никому пытаться что-то его переубедить. Да? То есть мы всегда... занимаем позицию нейтральную, мы даем человеку информацию и все, то есть мы не пытаемся его переубедить. Если вы с человеком на позитиве расстаетесь, и он где-то от кого-то слышит эту информацию, он всегда к вам вернется, и он скажет: слушай, ты мне рассказал, я хочу тебя купить, или я хочу узнать больше про то, как DoLife можно заработать и так далее. Но если вы с человеком испортите отношения, он потом уйдет куда-то к другому. Поэтому нам выгодно, чтобы обращались к нам. И если есть куда возвращаться, большинство людей, они перегорают, это такая одна из самых популярных ошибок, они там месяц, два, три, они перегорают, а людям надо время, и те зернышки, которые они посеяли за эти 2-3 месяца, они не смогут прорасти, да, потому что людям некуда возвращаться, они приходят, они видят, что вы уже этим не занимаетесь, то есть для вас это было несерьезно, именно поэтому важно принять серьезное решение, что я здесь надолго, да, дайте себе хотя бы год, чтобы получить результат. Согласитесь, ну, очень много бизнесов, которые даже через год не окупаются. Чаще всего нужно несколько лет, чтобы окупиться, если мы говорим о каких-то серьезных вложениях. Здесь вы вкладываете не свои деньги, а вкладываете свое время, свою энергию и, ну, какие-то обучения. То есть вы в любом случае остаетесь в плюсе. И если вот подрезюмировать вот этот кусочек, то что получается? У вас есть люди, которые могут заинтересоваться этим продуктом, и вы можете его просто продать, да, и заработать розничную прибыль. Второй момент, вы человеку можете, если он у вас просит скидку, или вы ему хотите сделать какую-то скидку своим подругам, друзьям, знакомым, вы, пользуясь своей реферальной ссылкой, регистрируйте его, например, он один продукт хочет купить, регистрируйте его как приоритетного клиента, привилегированного клиента. Вы вводите анкетные данные,
он покупает себе по вот этой средней цене продукт, и продукт имеет баллы. И вот на то количество баллов, на которые он скупился, эти баллы идут вам в личный оборот. Таким образом, мы, например, домой себе покупаем продукты ежемесячно. К примеру, я сейчас просто как пример привожу, на 400 баллов, и на 100 баллов у меня делает заказ приоритетный мой клиент. Я это вижу в своем бэк-офисе, и мне 100 баллов капает к моему обороту, соответственно, в месяц у меня выходит 500. Но на самом деле иногда мы делаем с Сережей 1000 баллов, потому что, еще раз, вот почему мы инициировали тоже этот онлайн, потому что сейчас спрос растет, люди ищут, находят на Ютубе, в Инстаграме, в Фейсбуке, бутылочки узнают, блогеры нам этим помогают, а нам этим просто глупо не воспользоваться. Поехали дальше. Ответили, я надеюсь, ответили, да, на вопросы, откуда берется личный оборот, из ваших клиентов, из ваших привилегированных клиентов, я имею в виду. И если вы не молчите, у вас в любом случае будут люди, которые захотят у вас что-то купить. Но есть на самом деле и хорошая новость для тех людей, которые, ну, по каким-то причинам не могут делать 500 баллов для Украины, так как у нас, как бы, ну, понятно, что уровень жизни не такой высокий, как в Европе, то компания идет всегда навстречу, и мы попросили, и нам сделали. Сделали возможность сделать не 500 баллов, а 300 баллов в месяц, да, чтобы получать, ну, большинство бонусов. Для того, чтобы получать все бонусы, о которых я сейчас говорю, абсолютно все, нужно делать 500 баллов. Там будут и автобонусы, и путешествия. Мы сегодня об этом всем быстренько расскажем вам. Но для того, чтобы получать основные бонусы, особенно на первом этапе, достаточно 300 баллов. Да, может быть, вы немножко потеряете в бонусах некоторых, но основные бонусы вы будете получать. И более того, вы можете, даже если вы делаете 150 баллов, но постоянно, каждый месяц хотя бы 150 баллов, да, вам придется платить за доставку. Да, может быть, вы не получите такой бонус лояльности, он будет более мелким, потому что там будут, ну, скажем так, капсульные продукты каждые 4 месяца. Ну, новый бонус лояльности буквально через месяц, короче, вы узнаете новый бонус лояльности, даже меньше, 16 числа. Но я к тому, что компания идет всегда навстречу, и это очень здорово. Итак, поехали дальше. Вы зарегистрировались, вы пользуетесь продукцией, у вас появляются какие-то клиенты. Это супер, это здорово. Если вы делитесь информацией, вы рассказываете о здоровье, вот здесь видите, да, такой плюсик. Вы рассказываете о личностном развитии, да, потому что мы сегодня не особо этого касаемся, но DualLife — это клуб, в котором есть тренинги, есть личное развитие. Мы сегодня чуть-чуть больше о деньгах говорим, да. И вот, собственно, о деньгах, если вы людям рассказываете, то у вас в любом случае появляются люди. Да, те люди, которым будет это интересно, вы их подключаете в наш клуб. Следующий вид заработка – это вы будете получать комиссионные с разницы в цене. Вот вы помните, да, вот эту вот скидку 15%, а остальные 15% вы будете зарабатывать как спонсор. Что я имею в виду? Когда регистрируете человека. То есть если вы человек стартует, да, если он стартует там на 150 баллов, допустим, он покупает на 2150 гривен, вам заплатят 370 гривен. Если он стартует на 500 баллов и вот берет там 2 день ночь, например, да, это 4300 гривен, вы получите 740 гривен. То есть, если вы подключаете, допустим, 3 человека по 500 баллов, вот умножьте эту сумму на 3. И так далее. Да. Это так называемый единоразовый бонус, который вы получаете один раз с регистрации человека. Нам не платят за людей, нам платят за товарооборот, но вот этот единоразовый бонус, он как бы нам считается за нашу проделанную работу, за то внимание, которое вы уделили человеку, дали информацию о продукте, зарегистрировали, помогли, там, объяснили цены, посчитали. То есть это, в принципе, ваш труд, ваш, да, как бы процесс. И вот этот бонус, розничный бонус, он еще так называется, потому что есть клубная цена и приоритетная, вы получаете разницу. Он платится один раз. За новичка. Да, за человека, которого вы зарегистрировали по своей реферальной ссылке. Дальше, можно я дальше продолжу? Да, давай. Дальше вы будете получать, я не хочу сейчас на этом останавливаться и забивать голову цифрами, баллы, вот эти все обороты. Это на самом деле, ну, как бы, нужно садиться и даже, можно сказать, индивидуально другой раз разговаривать, потому что
Мы тоже в маркетинг-плане в этом долго разбирались. Дальше, чтобы вы понимали, вы получаете проценты, то есть дополнительно, да, вот единоразовый бонус получили, человек зарегистрировался на 500 пунктов, и вы с вот этого, он скупился на какой-то оборот, да, то есть на 5000 гривен, вы получаете еще дополнительно 5%. То есть вы начинаете получать такой кэшбэк с покупок. И, ну, соответственно, чем больше ваш оборот под вами проходит, соответственно, тем больше кэшбэк вы получаете. Не хочу сейчас рассказывать там за глубину, за какие-то там правильное построение, структуры. Это все индивидуально, это все лично. Почему лично? Потому что у каждого из вас, кто сегодня присутствует на этой встрече или кто будет смотреть в записи, потому что многие написали мне, что ну, сбросим запись, потеряла мысль, вы должны понимать, откуда берутся эти деньги, да, и каждый из нас должен понимать, что он хочет здесь иметь, какие выгоды, первое, в каком темпе ему удобно идти, потому что один человек может элементарно сделать 3 регистрации за месяц, да, а кто-то будет эти 3 регистрации растягивать на долгое время, а кто-то вообще не хочет этого делать. И у нас здесь нет начальника, нет никого, кто вас заставит это сделать. Ни я, ни Сергей, ни тот человек, который вас сюда пригласил. Никто не вправе вас что-то заставлять здесь делать. Все здесь, наверное, в этом и минус, потому что получается, там, попробовали, сдулись, не получилось, сдулись и так далее. Но это уже дело каждого человека. Наша задача поддержать, научить тому, что мы, по крайней мере, умеем, поделиться нашим опытом и рассказать. Так вот. Процент, который мы получаем, вот этот кэшбэк, нам платят его с товарооборота. Если человек, который находится в вашей структуре, которого зарегистрировали вы или зарегистрировала я в вашу структуру, вы получаете вот этот кэшбэк. Если вы в какой-то из расчетных периодов ничего не сделали, ноль, вы ничего не купили, не продали, не купили, неважно, мимо вас пройдет весь оборот и все деньги. А почему так? Потому что я считаю, что справедливо, когда ты работаешь, работает твоя команда, а потом ты сел и ручки сложил, а деньги зарабатываешь, ну такого халявы, извините, нигде нет. Мы получаем деньги за товарооборот. Но на нашем примере, придя в DualLife 2 года назад, мы делали товарооборот, сколько, Сережа? 500 пунктов. Спустя 2 года... Мы в DualLife, мы делаем сколько, Сережа? 500, иногда, 500 чуть иногда чуть больше. То есть, по сути, наша как бы работа ни в чем не поменялась. Но за счет того, что мы запустили, нашли Васю, Петю, Колю, да, 3 людей зарегистрировали, и под этими 3 людьми мы начали выстраивать структуру, мы начали помогать каждому нашему партнеру своими регистрациями. У нас началась выстраиваться структура, и, соответственно, в этой структуре пошел какой-то товарооборот. И каждый из нашей команды, каждый, неважно, клиент, я сейчас на этом даже остановлюсь, или это бизнес-партнер, каждый получит, если он сделал в расчетном периоде оборот, каждый получит денежку. Свой личный оборот. Свой личный оборот сделал. Приведу вам такой пример, ну, чтобы наглядно было, так легче усваивается. К примеру, буквально недавно произошла такая ситуация, у моего партнера есть, подключился клиент, который очень доволен продуктом, покупает не на большую сумму, он покупает на 150 баллов, но покупает регулярно каждый месяц. Этот клиент еще не знает о том, что есть бонус лояльности, потому что спонсор, ну то есть человек, который его пригласил, ай-яй-яй, он сегодня присутствует, ему еще об этом не сказал, но... Вчера был звонок от этого человека, она делала очередной заказ, и она у меня там задавала некоторые вопросы. И она говорит: Вика, я формирую заказ, а у меня здесь высвечивается воспользоваться виртуальным кошельком. А что это такое, что это за функция? И я говорю: ты знаешь, так как твоя спонсор, которая тебя зарегистрировала, очень активная, под тобой... Она даже этого не знает, ну, как бы знает, она это сказала, порадовалась. Под тобой выстраивается какая-то структура. Не она ее делает, обратите внимание, она просто клиент, она делает свои 150 пунктов каждый месяц. Под ней какой-то оборот собрался, и эта девочка просто, не зная ничего, говорит: а у меня там на кошельке, я говорю, ну, может, гривен там, ну, 50, потому что там небольшой такой был оборот, это один был человек.
Она говорит, нет, Вика, тут у меня там 300 гривен мне пришло. И это еще один вот этот, я не знаю, как вы относитесь к слову пассивный доход, резидуальный, как хотите. Человек, являясь клиентом в вашей структуре, имеет возможность получать кэшбэк от оборота, который проходит под ним. И как вы думаете, что произойдет с этим клиентом, которому на халяву капнуло 300 гривен? Он будет вам благодарен раз, если он не наглый. Второй момент, он этими деньгами воспользуется, потому что с виртуального кошелька эти 300 гривен снимаются, и посчитайте, она просто скупилась на 300 гривен дешевле. И, по-моему, это очень круто. А когда там капнет 1000, 2, 3 тысячи гривен, а девушка скупилась на такую сумму, то считайте, что она свой заказ купила бесплатно, ну, за 10% стоимости. Ну, на самом деле там есть ограничения, и если говорить о пассивном, да, вот в ее случае, то там не будет каких-то баснословных денег, да, то есть там, ну, может, там есть ограничения, я не помню, в гривнах, да, то есть там, ну, грубо говоря, 1500 гривен. Потому что вернемся к тому, что я сказала, нигде нет халявы, но вот этот бонус, который получает клиент, который регулярно делает заказы или нерегулярно, но попадает так, что под ним проходит товарооборот, этот человек имеет возможность что-то получить. И это лояльность наших клиентов. И по сравнению с тем, что у нас было в предыдущем бизнесе, у нас вот такие клиенты чаще всего выпадали. А здесь, товарищи, мы в большом плюсе, потому что клиент получил деньги, он ими воспользовался и очень рад. Второй момент, что этот человек подумает так, стоп, подождите, если я ничего не сделал, а мне уже что-то пришло, и я этими деньгами воспользовался, а ну-ка, Вика, давай разбираться, за что мне здесь платят? И этот человек включается и начинает это развивать как бизнес. Третий момент, этот человек получает по продукту результаты, он является довольным человеком, плюс он пользуется вот этим... вот этой возможностью получать этот кэшбэк на свой кошелек. И вы всегда можете попросить какие-то рекомендации у такого человека, потому что, как правило, ну, люди могут сами не делиться информацией какой-то, но через какое-то время, поверьте, здесь мотивация идет снизу всегда. Когда под вами уже появляются какие-то люди, которые зарабатывают деньги, и вы понимаете, что вы что-то упускаете. Ну, эмоция что-то потерять, она очень сильная, да, и часто этим пользуются бизнес-тренера, и везде, на самом деле, этой эмоцией пользуются, и когда человек понимает, что он теряет деньги, то его это мотивирует разобраться и включиться, и это очень здорово, что у нас здесь построение структуры именно такое. Скажите, вот этот момент немножко понятен или... ну, есть еще какие-то вопросы, если они есть, то можете, хотите, включите микрофон, чтобы мы на нем, вот на этом моменте остановились и обсудили. Понятно, непонятно, есть вопросы, задайте, напишите в чате, напишите десяточку, если понятно, о чем мы говорили. Ну, по крайней мере, мы хоть какой-то фидбэк получим. В левом углу, если что, есть микрофон, можно включить. Как всегда, мы стесняемся, а может и но не стесняемся. Ну все, десяточки сейчас быть... полетят, вот увидел. Вот видишь, я же говорил, десяточки все. Есть. Есть. Ну, хотя бы да, хотя бы одному человеку, ну понятно. Как я уже сказал, этот маркетинг-план вы можете скачать, и есть подробно слайды именно маркетинг-плана, где все со всеми цифрами полностью разъяснено. Но сегодня наша задача вам общие принципы рассказать. Есть определенная такая карьерная лестница, да, и понятно, что все мы, ну, в большинстве своем случае приходим сюда зарабатывать какие-то серьезные деньги, да. Я хочу вам показать примерно, чтобы вы понимали, что здесь есть, на каком уровне. Когда вы стартуете в клубе и подключаете троих людей, да, то вы становитесь так называемым лидером группы, групп-лидер. Средний заработок такого человека там 1700 гривен, да, вот именно по этому бонусу. Это не учитывается... Бонус вот этот за быстрый. Я вам чуть позже покажу первые шаги, так называемый золотой лидер группы, да, где ваш заработок будет в два раза больше, да, если вы это сделаете за 30 дней. Но чуть позже я вам скажу, как это сделать. Вот. Но моя задача вот показать общий принцип. Когда вы делаете дальше работу, да, то есть вы уже в вашей структуре примерно 8 человек, кого-то вы подключили, может быть, кто-то из тех людей, которые пришли в вашу команду, также кого-то подключил, вас уже товарооборот 4000 баллов проходит в месяц. И есть очень классная здесь фишка в маркетинг-плане, когда мы можем наложить баллы. То есть получается, что вы можете сделать 2000 баллов со своей структурой в одном периоде,
и 2000 уже сделать во втором периоде. И определенного числа эти два балла могут, ну, 2000 могут удвоиться. 2 плюс 2. И получается так, что вы квалификацию закрываете вот буквально на 2000 баллов. Но... Это нюансы. У нас есть видеоролик специальный. Кому интересно, мы можем сбросить. Да? Мы потом в рабочий чат, я думаю, девочкам тоже сбросим, да? Чтобы они понимали, да, как потому, это работает. Сейчас не нужно этим заморачиваться, просто нужно понять самые элементарные вещи, что есть, я не хочу на этом останавливаться, угу. Сереж, есть карьерная лестница, и понятно, что чем больше оборот, тем больше доход, и это доходы, поверьте, приблизительные, можно зарабатывать намного больше, все зависит от того, на какой товарооборот под вами проходит. Это все математическая модель, и в каждом случае она индивидуальна, потому что у каждого да. структура строится индивидуально. Кто-то зашел на 150 пунктов, кто-то зашел на 500, есть люди, которые делают 1000 баллов спокойно и даже больше. То есть тут это все настолько индивидуально, и ваши доходы зависят только от вас, от ваших темпов, от вашей вовлеченности, ну вот как бы только от этого. Здесь есть определенный этап, когда вы начинаете уже и хорошо зарабатывать, и плюс вы можете получать автобонус, учитывая то, что мы перешли сейчас на гривну, буквально с 20 февраля мы перешли официально на гривну, это дает нам возможность работать с юрлицами, и когда вы с кем-то общаетесь, если кто-то вам говорит, что ему это неинтересно, или вы видите, что ну, у человека нет никакого желания эту тему развивать, попросите какую-то рекомендацию, но не дай мне человека, кому это может быть интересно, а спросите, слушай, мне нужна твоя помощь, у тебя есть кто-то, кто связан с аптеками, с эколавками, с магазинами, с фитнес-центрами, диетологи, специалисты в wellness-индустрии и так далее, и так далее, и так далее. То есть... Сетевики, блогеры. Да, потому что сейчас время такое, что люди сейчас в любом случае в поиске чего-то, и если вашего знакомого это не заинтересовало, то не факт, что в его рекомендациях, чаще всего так и происходит, в его рекомендациях находятся люди, которым это интересно. И потом вы можете даже сделать звонок своему другу и сказать, слушай, тут как бы Оля, которую ты мне порекомендовала, ей интересно, можешь стать клиентом, и как бы Оля будет уже в твоей структуре. То есть вы понимаете, да, ход моих мыслей? Кто знает, может, Оля серьезно настроена, да, и через год это может быть уже огромный товарооборот по человекам. Да, и у нас, в принципе, мы живем в мире рекомендаций, мы все время кому-то, где-то кому-то рекомендуем. Да, люди устали от вот этого сетевого бизнеса, от напряга, а если у тебя там список, дай мне, я людей твоих обзвоню. Нет, давайте, ну как бы у нас здесь софт-маркетинг, у нас подход чуть-чуть другой. Предпринимательский подход, у нас, я же говорю, у нас руки развязаны для работы с разными сферами, то есть мы как с сетевиками, как сказал Сережа, можем работать, так и с магазинами, и вы, каждый из вас выбирает удобный для себя метод работы. Работаете в Инстаграм, круто, крутите через Инстаграм, работаете там Ютуб-канал, раскручиваете Ютуб-канал, работаете онлайн, например, там встречи личные, пожалуйста, хотите, работаете с магазинами, каждый выбирает для себя, что ему удобно. У кого-то есть салон красоты, и это круто, можно тоже вот таким нативным способом продавать. Где-то есть возможность у подруги в магазине выставить на прилавок этот продукт, почему бы и нет? Это все ваш доход, ну, как бы вы понимаете, да, о чем я. Поэтому вот это важный момент, что вы для себя каждый выбираете удобный способ работы. Нету какого-то прям такого единого, потому что мы все индивидуальны, а софт-маркетинг – это гибкая модель, мы подстроимся под каждого из вас. Вот пока ты говорила, у меня мысль возникла, думаю, скажу, пока не забуду, да, когда вы общаетесь с людьми, ну, неважно, по телефону, сейчас, как бы, да, в интернете, вы можете спросить, есть ли у вас кто-то, кто там занимается тем-то, тем-то, да, точно так же, когда вы говорите человеком о продукте, очень часто люди думают, мне это не нужно, а кому я буду продавать, да, ну, такие обычно возражения у людей, кому это нужно, то есть они всегда, ну, мыслят как-то вот, больше, что это никому не нужно, да? Классно работает, когда вы задаете вопросы. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя кто-то, допустим, у кого есть проблемы с суставами? Вот если ты говоришь про продукт, про стик или коллаген, да? Это продукты, которые вот реально помогают таким людям, да? Я уверен, что у каждого есть кто-то, у кого есть проблемы с суставами, да? Точно так же, когда ты говоришь там о продукте, я не знаю, там, для похудения, ты можешь спросить, скажи, пожалуйста, в твоем окружении у тебя вообще есть знакомые, у которых с этим проблема, да, с лишним весом?
Но нету такого человека, у которого нет таких знакомых. Если у него все окей, то у него точно есть кто-то, у которых, ну, не все окей. Точно так же человек начинает уже мыслить немножко обычно, другими категориями. Если у того, у кого все окей, это наш клиент. Ну, в смысле, наш человек, который осознанно подходит к своему образу жизни и так далее. То есть... Им не нужно доказывать, что... Ну, чаще всего, да. Без каких-то добавок очень сложно сегодня. Окей, поехали дальше. Ребят, мы сегодня не будем полностью все цифры, да, как я сказал, говорить, но я вам покажу основные. Есть очень классный бонус, который, ну, конечно, он для амбициозных людей, но если посчитать всю работу, то я уверен, что ну, многие могли бы это сделать, если бы вначале, извините за выражение, не тупили. Это если... для тех, кто новые регистрации. Да, для новых регистраций, если вы за первые 30 дней делаете тим-лидера, да, это 8000 баллов, вы получаете, помимо всех бонусов, вы получаете еще такую премию в 9195 гривен. Если вы за 60 дней, то есть за 2 месяца делаете экзекьютив лидера, это 25 тысяч баллов, да, это не маленькая квалификация, да, но с другой стороны, у вас есть 2 месяца, то вы получаете помимо всех бонусов еще вот такую вот премию 18 390 гривен. И вот здесь как бы очень есть классная схема, как можно за первые 2 месяца заработать 2000 долларов. Ну, то, что, в принципе, ну, в большинстве случаев, если брать нормальные какие-то сетевые проекты, да, то есть какие-то ну, нормальные компании, как правило, такие деньги очень тяжело сделать, да, нужно сделать большой товарооборот. А здесь за счет того, что вы получаете процент с глобального оборота, да, мы сегодня не вникаем особо в это, но то есть вы не только со своей команды получаете, а еще с тех людей, которые в Германии, Польше, в Чехии, где-то в других странах делают товарооборот, вы тоже участвуете в этом товарообороте. Это очень круто, да, и в таком случае ваш, на первых этапах у вас есть очень хорошие бонусы. Но это просто нужно знать для того, чтобы для тех, кто вот только подключились, у вас есть такая возможность, если кому-то это интересно, как это сделать, мы садимся продолжим индивидуально, мы уже час разговариваем. Для тех, кто как бы работает... Мы садимся, обсуждаем это индивидуально, то есть мы понимаем, какую надо проделать работу, и только тогда мы это все дело обсуждаем. А так, как бы, кто-то этим может воспользоваться, у кого-то есть амбиции, или у кого-то есть уже какой-то опыт ресурс и так далее, какой-то. Ресурс, да. А кто-то, конечно, то есть если вы этого не сделали, ничего страшного, нам все равно все платят, и мы все равно все получаем. Вот. Да, давайте мы не будем дальше углубляться в какие-то нюансы, ну, подведем черту. Смотрите, когда вы стартанули, что нужно сделать? Ну, во-первых, если у вас есть какие-то вопросы, они всегда есть, да, ваша задача понять, что ваш спонсор, ваш наставник, это тот человек, который вас подключил, если он является не особо активным, да, у него всегда есть люди, которые вышестоящие наставники, это тоже, вы также в их команде. Ваша задача связаться как можно скорее с этим человеком и, ну, как минимум познакомиться, как максимум договориться о какой-то работе, да, потому что мы всегда заинтересованы в тех людях, которые появляются в нашей команде, потому что это и наш бизнес тоже. Поэтому вы должны понимать, что ваша задача как можно скорее связаться с активным вашим наставником и договориться на стартовый тренинг. Что такое стартовый тренинг? Это когда вы созваниваетесь, ну, в данном случае мы созваниваемся онлайн, да, можно, в принципе, и лично встретиться, это если вне карантина. И в течение часа-полтора мы проговариваем основные моменты. Мы договариваемся, мы планируем, мы расписываем определенный план. Мы учитываем, опять же, ресурсы, возможности, опыт человека. Мы все индивидуальны. У кого-то есть, у некоторых людей, допустим, нет вообще, их нет в соцсетях. Да? Если мы им сейчас скажем, строй личный бренд, работай там онлайн, то это займет очень много времени. Ему намного эффективнее будут другие методы работы, да. Если у человека уже есть раскрученные какие-то странички, если он там представлен везде в соцсетях, к нему другой подход. Поэтому мы сейчас вам не будем давать какого-то, знаете, вот такого конкретного шаблона. Поверьте, они есть, да, есть шаблоны звонка, шаблоны приглашения. То есть это все есть. Вот Вика сейчас тут листает путешествия, которые здесь есть. Вот я в такой вот футболке круиз, да, мы ездили в круиз, это здорово. Есть определенные... Это просто классный бонус. Да. Ты делаешь какую-то работу, да, ты не упахиваешься, извините. Ну, давайте просто смотреть как бы реально на вещи, на некоторые. Я делаю
эту работу тогда, когда хочу, да, то есть понятно, что есть люди, которые работают, привязаны по времени к каким-то, к своей деятельности, то, чем они занимаются, и поэтому вы этому бизнесу можете выделить ровно столько времени, сколько вы хотите, и когда вы хотите, и работать вы можете с теми людьми, с кем вам приятно. Опять же, приведу пример, мы только вчера разговаривали с моим партнером о том, что, ну вот не хотим мы видеть в нашей команде одну вот даму, вот ну не хотим, и мы ее не будем регистрировать, потому что мы понимаем, что это будет такое, ну немножко как балласт, мы выбираем, с кем нам работать. Я хочу подвести итог и закончить как бы нашу встречу, да, есть бонусы, автопрограмма, у нас, я не закончила, у нас автомобили будут за определенный товарооборот, могу даже сказать за какой, 30 тысяч баллов ты делаешь, один месяц, на второй месяц подтверждаешь, и ты будешь иметь возможность либо получать деньги, либо получить автомобиль. Автомобиль какой сейчас компания решает, я думаю, что в ближайшее время они нам какую-то автопрограмму объявят. Но чтобы подвести итог всего вот этого сумбурно сказанного, потому что для меня, как для женщины, например, даже учитывая, что я в этом бизнесе, слушать с мужской стороны информацию, ну, более сложно, особенно для новичков. Я не знаю, как я мужчинам даю информацию, но я думаю, что у нас сегодня такой тандем, и надеюсь, что мы до каждого из вас донесли хоть какой-то кусочек. Здесь есть и мужчины, и женщины. Да, я же говорю, что донесли свою информацию. Давайте так, пошагово, четко. Чтобы стать членом клуба DualLife, вы, как уже зарегистрированный человек, даете свою реферальную ссылку человеку или регистрируете ему и даете ему право выбора. Минимальный вход в компанию 150 пунктов, и ты регистрируешься как условно клиент, который пользуется пожизненно скидкой от компании. Если человеку вы предлагаете и говорите, если ты хочешь все-таки, чтобы мы с тобой вместе развивали это как софт-маркетинг, как бизнес и все такое, я тебе предлагаю бизнес-набор, мы можем его выбрать совместно, я могу тебе посоветовать какие-то продукты, и мы включаемся в бизнес, я тебя добавляю в чат для таких же, да, людей, которые на бизнес. И мы не будем засорять голову клиентам бизнесом, ну, то есть вы понимаете, мы делим людей на как бы такие категории. Не нужно никому ничего давить, навязывать и так далее. Второй момент. Когда вам задают вопрос, дай мне какую-то информацию, часто новички теряются, не знают, что сбросить. Есть в электронном виде каталог «Узнай о нас», где написано о компании, о руководстве, о научном совете и о каждом продукте отдельно. Если кто-то любит видеоформат, у нас есть YouTube-канал. Это основное, то, что сбрасываю я. YouTube-канал, где есть ролики 15-минутные о каждом продукте от самого создателя Петра Кардаша или от нашего украинского одного из... Один, господи, профессор, который вошел в научный совет из Украины. Я сбрасываю видеоролики. Если человек у меня спрашивает про то, что как стать членом клуба, что я, какие могу выгоды иметь, я могу ему сбросить вот эту картинку, которую мы сегодня показывали, по ценам, и говорю человеку, вы можете зарегистрироваться как клиент или как бизнес-партнер, выбирая вот в этом столбце ваша цена, следующие покупки вы уже покупаете по клубной цене. Больше трех ссылок не рекомендую сбрасывать, потому что если много информации, будет человек перегруз. Ее не открывает. Да. Да. Лучше порционно выдавать. Если что, у нас есть это все как бы в чатах, хотите, пишите нам в личку, мы вам продублируем, что мы сбрасываем, чтобы у вас это на телефоне было сохранено, и вы могли в любой момент человеку это все отправить. Следующее, подводя итог, выгоды, какие мы имеем здесь выгоды. Первый момент, мы имеем розничную прибыль, но... Я не гонюсь за этими деньгами, но это, поверьте, тоже хороший дополнительный доход иметь разницу с продаж. Второй момент. За регистрацию вы имеете возможность получать доход. Зарегистрировали человека, получили с его оборота процент и получили единоразовый бонус. Не буду сейчас еще один нюанс рассказывать, я потом о нем расскажу, чтобы сейчас не забивать, ну, не мешать, не делать кашу в голове. И, соответственно, если мы расширяем это как бизнес, например, в течение месяца мы приглашаем троих людей, делаем первый свой как бы уровень такой, соответственно, дублицируем это, учим своих партнеров сделать то же самое, пригласить троих людей в месяц, и вы понимаете, что это все разрастается, соответственно, растет ваш оборот, растет команда и так далее. И уже
Соответственно, по уровням у нас есть определенное обучение, потому что для новичка нужна одна информация, дальше нужна другая информация. И следующий, последний момент, учитывая то, что сейчас люди сидят дома, сейчас очень-очень хорошо начинают пользоваться спросом соцсети, люди начали заходить в Инстаграмы и так далее, не упустите эту возможность, знакомьтесь, кто вас лайкает, задавайте вопросы, связывайтесь с людьми, чем могу быть полезна, что вас заинтересовало в моей страничке. У меня их как бы две, поэтому я могу там где-то по дуалайфу что-то спрашивать, да, на своей личной странице. Я, скажем, нативно делаю рекламу этих продуктов, и людям это нравится, они сами мне потом задают вопросы, а что это у тебя там на заднем фоне стоит, или а что ты даешь ребенку пить. Ну, то есть, вот таким образом это все делается. Поэтому участвуйте сейчас в вот таких вебинарах. Сейчас запускается марафон, будет мероприятие онлайн. Посещайте 21 их. 21 числа, да. Наше событие, которое должно было быть в Днепре, живое, оно, ну, я думаю, вы понимаете, оно не состоится, но у нас будет очень крутое онлайн-событие, и это событие будет с 12 до 2. Я надеюсь, мы в 2 часа уложимся, может быть, там, 2,5 часа. Мы приглашаем очень крутых спикеров, да, это лучшие, ну, скажем так, лучшие лидеры в DoLife, и это люди, которые будут делиться своим опытом, да. У нас там будет выступающий по продукту, будет выступающий по построению бизнеса, да, у нас будет опыт человека, который построил огромную структуру с огромным товарооборотом и опытом. Поэтому, ребят, отличная возможность пригласить туда людей как можно большее количество, потому что в ограниченном Днепре, да, и пригласить людей, тем более это стоило денег, да, потому что аренда и так далее, а здесь бесплатно, бесплатно пригласить человека, позвонить ему, не нужно просто там скинуть ссылку и сказать «приходи», нет, позвоните ему, пообщайтесь, сделайте так, чтобы ему стало интересно, заинтригуйте его, и тогда он придет обязательно, скиньте ему ссылку и проконтролируйте в день мероприятия, буквально за 10 минут наберите или за полчаса и скажите, ты ж помнишь, ты ж будешь, правильно мы договорились? Окей. Все, у нас все. Надеюсь, мы увидимся со всеми 21 числа. Это вот буквально через 2 дня, в субботу. Просто на здесь, нашем вебинаре. Да, сейчас будет много чего запущено онлайн, прямые эфиры, всякие там фишки. Будет Александр Козулин проводить по Инстаграму, если у нас будет чат, который там будет даваться задания определенные. Это для себя же, для раскрутки собственного там Инстаграма или бренда или так далее. Почему бы не поучаствовать? Это все есть при вашем желании, любая информация для вас есть. Сейчас буквально 2 минуты. Если у вас есть какие-то вопросы, можете включить микрофон, что-то спросить, задать. С удовольствием ответим. Хотите, напишите в чате, кто стесняется говорить в микрофон. Вот, и мы буквально подождем чуть-чуть. Если вопросов нет, то можете написать в чате, что все окей, всем спасибо, все свободны. Для тех, кто будут смотреть в записи, тоже вы можете задавать или в чаты вопросы, или в личку писать, кому какие ссылки сбросить, кому что посмотреть, кто в чем хочет разобраться. Вот. Кому мало там по цифрам непонятно, мы можем также созвониться и встретиться. Вижу, что вопросов нет, да, в чате никто не пишет, голос никто не включает. Ну, тогда спасибо вам, очень активная аудитория. Главное, у нас сейчас главное быть на позитиве. Ксюха, я тут, а ну улыбнись. Да, Юра, слышно. Отлично. Слишком много информации, надо мне сейчас усвоить, я потом через Вайбер скажусь. Да, без проблем. Набирай. Вика, информации много, и у меня тут просто есть немножко по начислению, по баллам, но это уже лично. Хорошо, не буду тут да. Счастье. Хорошо? Да. Все, спасибо большое. Да, спасибо. Каждым разом мне становится все более доступно. О, а кто это у нас говорит? А, Анюта, ты? Да. Ага, то я тебя не узнала по голосу. Это такой верблюд, знаешь, долго доходит. Да. Это нормально на самом деле, поверьте, нам тоже не быстро все дошло. Знаешь, как говорится, глаза боятся, руки делают. Когда начинаешь делать, в процессе все намного быстрее получается. Сережа, благодаря данной ситуации, хочешь не хочешь, приходится делать. От лени. Супер. От безделия. Супер.
Так и, ну, и по сути, мы же выдаем нужную информацию, потому что сейчас как никогда, да, как никогда эта тема очень актуальна, потому что люди начали думать о здоровье, о профилактике, раз, и люди начали думать о том, что, блин, случилось, извините за выражение, жопа в жизни, когда ты не имеешь дохода, если ты не работаешь даже сам на себя, ты закрыл свое заведение, закрыл свой салон, и деньги как бы ниоткуда не идут. Классно тем, у кого есть какое-то запасное колесо. Но вот в данном случае для нас Dual Life это уже, в принципе, нет, даже далеко не запасное колесо, оно уже становится ближе к основному по доходам, поэтому у каждого есть в руках такая возможность, и почему бы ей не воспользоваться. Вот. Все, друзья, спасибо вам за внимание, спасибо, что были, и благодарю всех, кто посмотрит записи это видео, за вопросами обращайтесь, и мы будем рады всем помочь и ответить. We'll be right back.